Привет! Рада снова видеть тебя на нашем канале. Меня зовут Скобликова Анастасия, и я являюсь педагогом по хип-хоп-хореографии в студии Таш Лари. И сегодня мы выучим небольшую связку в этом направлении. Ассистировать мне будет Александра и Ира. Мы начинаем на раз. У нас есть шаг. Раз на крест. Мы идем назад. Три и четыре. Да-да-да, все верно. Еще разочек. Пять, шесть, семь. На раз. Раз, два, три, четыре. Да, мы рисуем круг. Руки и корпус. Мы будем ставить два пистолета перед собой и сбрасывать их от плеча на крест. Раз. На счет раз. Да, у нас есть. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Отлично. Еще разочек. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Отлично. Двигаемся дальше. Четыре. У нас есть счет пять. Отсюда сразу правая ножка делает баунс вниз. Пять, шесть и назад на левую. Семь. И 8. Добавляем корпус, исходное. Добавляем корпус и руки. Соответственно, у нас есть руки назад. Сброс. Правое, левое, правое, левое. Исходное. Отсюда мы делаем баунс вниз. Руки идут назад и накрест. И отсюда в противоход, в противоход. Отлично. Еще разочек. У нас есть левая впереди. Отсюда мы идем вниз. Собрали. Право, право. Хорошо. При всем при этом корпус у нас идет каждый раз кач назад, назад. Хорошо. Соберем. Пять, шесть, исходная, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Отлично. Еще разочек. Закрепляем. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, вниз. И правое, право. Отлично. Поехали дальше. Отсюда мы делаем небольшой ролл правой ручкой, прокручиваем и выходим кулак ролл и сброс ладошка. Еще раз так же. Вот у нас были руки параллельно друг дружке. Отсюда мы делаем ролл, прокручиваем и идем круг, сброс. Отсюда вместе с ногами мы будем делать и ролл и сброс. Да. Пять, шесть, семь, восемь. И ролл, сброс. Отлично. Отсюда, из этой позиции, мы убираем руки, ставим левую, три, и подтягиваем левым локтем, подтягиваем четыре, правое колено наверх. Отлично, соберем, у нас было исходное, отсюда мы делаем проворот правой ручкой, мы идем и ролл, сброс, левое, подтянуть. Двигаемся дальше, отсюда нам нужно выбить правую пяточку назад, мы делаем раз и два. Перепрыгиваем. Да, получается это. Правое и левое. Полностью разворачиваемся левым плечом вперед. Да. Добавляем руки. Руки опускаются медленно вниз. Раз и два. Ничего сложного. И заканчиваем эту восьмерочку на левую ножку. Мы идем. Левый прыжок. Правое, левое. Да. Плечи наши идут ровно за ногой. Мы идем вниз, вниз, вниз. Да, опускаемся с тяжестью. Стараемся двигаться полностью на всю стопу. Ца, ца, ца. И поднимаем колено. Еще раз соберем. Исходное. Отсюда. И раз, два, сброс. Три, четыре, пять и шесть. Левое, правое, левое. Отлично. Еще разочек так же. Пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три, четыре, пять и шесть. Левое, право, лево. Отлично. Попробуем станцевать вместе первые две восьмерки. Итак, продолжаем. Исходная позиция. Правое колено 90 градусов. Отсюда мы идем на правую ножку, слайд назад. Шаг и подтягиваем левый носочек в шестую. Отлично. Еще разочек так же. Пять, шесть, семь, восемь. Шаг вниз. Хорошо. Добавим руки. Руки идут, ладошки идут вперед от плеча в диагональ и опускаются вниз. Отлично. Попробуем соединить. Пять, шесть, семь, восемь. Шаг, два. Отсюда мы убираем руки.
в замок за себя и делаем падебуре на правую ножку, шаг назад, левая в сторону и выравниваемся вперед. Отлично. Соберем 4 счета. У нас есть 1, 2, 3 и 4. Отсюда на И подтягиваем кулаки к плечам и выходим в 45 градусов. Снова к плечам и накрест. Подтягиваем правый носочек к себе и открываем ладошки. 7, уходим в правую диагональ. И кулак уходим назад. 8. И остаемся в левой диагонали. Отлично. Собираемся. 5, 6, 7. На правую. 1, 2, 3 и 4. И 5, и 6, и 7, 8. И выучим последний кусок. Мы идем на правую ножку. Шаг. Подтягиваем корпус. 2. Да, это наше. 1, 2, 5, 6, 7, 8. 1, 2. Корпус открыли, закрыли. Добавим руки. У нас была исходная позиция. Кулак в 45 градусов. Отсюда мы вытягиваем 2 кулака через ролл на себя. И 1, 2. Попробуем соединить. 5, 6, 7, 8. 1, 2. Отлично, сидим на мягких коленях. Отсюда только ноги. Из позиции мягкие колени выходим на правую ножку в диагональ. Шаг. И 2. И. При всем при этом нужно подключить корпус. Мы открываем корпус наружу, внутрь, наружу, внутрь. Отлично. Добавляем руки. Исходная позиция. Локти параллельно полу. Отсюда убираем правый кулак. Мы открываем левую ладошку в 90 градусов. Опускаем вниз. Правую ладошку в 90 градусов. И снова вниз. Отлично. Соберем. Исходная позиция, мягкие колени. Отсюда открываем корпус наружу, внутрь, наружу, внутрь. Есть. Это счет. 3, 4, 5, 6. Отсюда на 7, 8 мы шагаем на правую ножку назад. И при всем при этом у нас будет баунс вниз, кач. Это 7, 8. При всем при этом корпус каждый раз идет внутрь, внутрь. У нас есть 6. И мы идем 7, 8. Отлично. Добавим ручки. Отсюда. Берем левую ладошку, кладем на грудную клетку и жмем внутрь. Внутрь. Отлично. Прожимаем себя полностью. Это 5, 6, 7, 8. Отлично. Отсюда. Убираем левую ладошку, она нам не нужна. Мы идем на левую ногу вместе с правым кулаком. Правый кулак выходит в диагональ. Подтягиваем правую ножку и выводим назад и назад. 2 раза баланс. Отлично. У нас есть 7, 8. 1, 2, 3, 4. Соберем под мой счет весь кусочек. На счет 1, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Отлично. А теперь попробуем станцевать всю связку под мой счет. Поехали. 6-я позиция. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. А теперь станцуем все то, что мы выучили сегодня, под музыку. На этом все. Подписывайся на наш канал, ставь лайк и оставляй комментарий ниже. И не забудь нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых онлайн-уроках и видеостудии. Меня зовут Скобликова Анастасия, я являюсь педагогом по хип-хоп-хореографии студии Ташлари. Мне сегодня ассистировали Александра и Ира. До новых встреч, пока!